нашел его недавно на чердаке. В блокноте отсканировал рисунки. Тогда пацаном еще 13 лет, еще не слышал про НЛО. Собираясь в школу, вышел во двор и на небе увидел светящиеся звездочки. Вылетело с неба с юга на северо-восток и ушла в небо. Вылетела из небес и улетела в небо. На рисунке 6 показано все 5 случаев, как она развивалась. Сперва от одной звездочки, расходящейся эллипсом круги, сделалась просто туманность такая вокруг звезды. С одной звездочки появилась, получается, точка с запятой, это на четвертом рисунке. Потом снова опять туманность сделалась. И все, и она улетела в небо, исчезла. Вот такое вот наблюдение я видел в 1974 году.